Все предрегрессы, свой опять Миша. Что же я сегодня хотел в этот... Короче, сегодня мы будем играть в игру под названием House, Desync, Flip and Fix. Перейдем сразу же к делу. В прошлой серии мы вот это вот все делали. Помните, коврик. Короче, мы в прошлой серии делали именно вот здесь вот. Давайте такая уютная комната, но здесь нужно освещение кое-какое. Так как я уже там поработала на одной работе, я могу кое-что купить. Специально за лампочку. Сейчас найдем какую-нибудь. Выбрать такую, так вот, и хоть какой свет будет. Конечно, я сейчас здесь поставлю, что вы так долго ждали, долго хотели, наверное ж. Это радиатор. Да, это радиатор. Также думаю, я скоро здесь поставлю столик. Ну, по крайней мере, радиатор уже работает. Дальше ничего нельзя сделать. Видно прям, как свет сюда вот падает, отходит. Можно пока открыть на проветривание. Мне кажется, я все завонял, блин. Заменил. Да. Абсолютно все. Все двери, все окна просто позаменял в прошлой серии. Ну а в этой мы будем обстраивать. Я думаю, ванная здесь нормальная, да? Нормальная ванная. Только как-то плохо очень. Совсем вот эти вот грязные. Будем придется покупать другую. Короче. Что мы будем делать? Теперь пробуем еще раз подзаработать. Ну, если подождите, я посмотрю. Да. А может быть и нет. Мне придется полюбасу. Прокрыл на стол 189, чтобы все продать. Угу. Элитное прямо несу. Короче, то, что вы сейчас видите, это только вот этот вот нормик, только вот с этим. То есть эта комната супер хорошая. Лампочка почему-то не светится, а вокруг нее все светится. Подозрительно. Я сейчас какое-никакое что-то да, сделаю. Пошли поработаем. Ого, какие дорогие. Ага, дом.
Переносимся. Что это за дом? А. В принципе, я вернулся. Туда, откуда начал. Вот она. Да нет, не она. Ага, две комнаты. Вот это? Да, гостиная и вот это. Нет. И вот это вот. Это кухня. Темная. А, ну и вот. В принципе, вот она. Да, давайте сначала поубираемся. Кому нравится видео, поддержите лайками. Я стараюсь. Чтобы вам нравилось. Но нажимайте на колокольчик. Что еще можно делать? Все, можете подписаться на канал. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Блин, я так уже вот этого. Вот. Ой, извините, пожалуйста, я, пожалуй, здесь буду купаться. Так ладно. Сейчас реально увидят, блин. Штрафуют. Хотя здесь дома вообще никого нету. Наверное, сюрприз будет. Подождите, мне кое-что надо проверить. Сейчас, через секунду, прямо вернемся. Блин, памяти недостаточно. Чё я так много что записал? Ладно, ладно. Блин, это не могу я. Давайте. Сразу буду делать, так что я, наверное, не успею попрощаться. Всем пока сказать, поэтому знаете. Всем пока, сразу говорю. Ага.
Хорошо отвечает.
маг. Ну что, друзья, мы доделали все. В следующем видео уже будем обустраивать домик. Я, может быть, еще сам пройду. Ну, один-два дома почищу. А потом уже, естественно, будем обустраивать эту комнату и ту комнату. А потом уже только перейдем к улице. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И что? И все? И все так просто. Пишите в комментариях что-нибудь, например, не знаю. Давай новую серию записывай. Я запишу серию. Да, может быть сегодня, может быть завтра. Сегодня я точно буду записывать Айсед. Сериал второй, потому что первую я силу закончил, а Айсед я буду продолжать. Пока я не знаю, что будет в нем, но буду думать, что в него положить. Короче, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик и все. Ну а что еще? Больше ничего. И ждите новых видео, потому что они уже скоро выйдут. Думаю, сегодня Айсед еще будет, поэтому ждите третью серию. Всем пока!